Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя-легенды. Ну что, у нас закончился турнир, и мы забираем наши награды. Лига мастеров 3 звезды, как ты видишь, все у нас прекрасно, все у нас великолепно. Сюрикены, Кейси Джонс, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Замечательно, так, забрали здесь награду за колоду. А тут мы ее только открываем. Так, кто это у нас там, карай, что ли? Точно карайка выпадает. Что же я хотел-то? Что-то хотел. Так, ребята, 210 платиновых осколков у нас. Маловато будет, да? Так, ну что у нас по испытаниям? Угу. Разыгрываться будет с пятницы у нас Усаги. Потом идет мощь. Понятно, короче. Сила природы. 1000 лет не было, ребят, на силе природы, если честно. Так, ну ладно, давай выполнять наши ежедневные задания. Так, побежали. Возьму здесь Леонардо. Так, майки отвали. Рафаэля возьму, Армагона. Наших маузеров. И, наверное, пускай будет у нас идти кожеголовый. Так, друзья мои, на часок буквально запоздал. Только встал, честно говоря, только вот проснулся. И то еле-еле, я очень устал на работе. Устал на работе, это мягко сказано, наверное. Вообще там, ну, получилось так вот, что не было возможности даже отдохнуть. Вот, пришел домой, поел, прилег, поставил будильник. И до последнего у меня будильник, ребята, звенел, сигнализировал о том, что Рэй, пора вставать, а я не могу, ребят. Просто без сил. Потому что мне еще сегодня на работу идти. Я думал, дай-ка я посплю, наверное, подольше, чтобы на работе себя чувствовать, ну, более-менее адекватно, как говорится, да? Чтоб в сон тебя не клонило. Поэтому на часок у нас задержался буст. Не знаю, как это скажется, но, наверное, скажется, ребят. Наверное, это скажется. Тогда давай сразу, наверное, переходить к турнирной арене. Бог с этими ежедневными заданиями, сделаем их немножко позже, а сейчас нам надо буститься. Ну и как ты понимаешь, серия у нас выйдет уже, наверное, во вторник, это в лучшем случае. Потому что сегодня я опять не успею, ребят, ее выложить. Так. Ну, понятное дело, что вначале все идет у нас на изи. Блин, что-то я сейчас попил чайку с такими двумя здоровыми шматками сыра. Блин, мне аж тяжело стало, понимаешь? Сижу, как будто я просто не то, что поел, а объелся. Это, видимо, ребята, из-за сыра. Вот так вот. Что-то так захотелось сыра, прям вот не могу. И не такие вот маленькие ломтики, а где-то по сантиметру, наверное, 3. Такие вот толщиной. 3 штуки, как запорол. Ух. Так, ну что, ребята, 89-я позиция. Мы пока с вами где-то там шоркаемся в непонятно где. И 11-12. А мне надо бы 12-13, по идее-то. Вот. По идее надо 12-13. 4 персонажа уже. То есть практически по максималке. Ребят, я читаю комментарии. Да, я знаю, что Стик Вар Легаси 2 новых уровня. Все буду проходить, но на выходном, ребят. Уже, как говорится, в рабочие дни, ну, нет резона проходить. Ровно соточку. Ровно 100 этих ступенек мы пролетели. 12-13. Ну давай, 12-13. Че уж поделаешь. Раз, два, три, четыре. И переходим здесь с тобой в следующий ранг. По идее, у нас должно быть уже фулл команда. Мундагека на раз. Вау. Кирби 56 уровня. Даже здесь молодец. Двоих сразу уложил. Красавчик. Что я могу сказать еще по этому поводу? Хорошо отработал парень. А вот это, конечно, ребята, что-то с чем-то. Это было, конечно, жестко. Меня даже не перекинули. Мы обычно с тобой перелетаем сразу в следующий ранг. А тут нифига. Неужели часок так сказывается? М?
Один час задержки, ребята, и вот вам эффектус. Да. Так, крип, падай уже. Тогда получается фигня полная. Что я тебе еще могу по этому поводу сказать? Получается полнейшая фигня. Мы только в элиту две звезды забираемся. 12-14, а может быть, вот. И у нас 5 бойцов, да? 5 бойцов. Поехали. Ну давай так сделаем, с облизубом. Опа, уронили. А если мы сделаем, например, космический корабль? Слаб, слаб кораблик-то у Леонардо. Давай масуху. Дони, готов. Не знаю, мне, ребят, вот этот Кейси Джонс почему-то не нравится. Ты видел, какая у него клюшка в руке? Где он вообще такую клюшку надыбал? На какой помойке он ее нашел? Так, 13-15. Вот оно, 13-16. 13-16. И мы берем 1, 2, 3, 4, 5. 37 уровень против 56. Ну, в принципе, есть пока еще запасик у нас. Сколько там, в 20 уровней, да? Сделаем дебаф. Так, массовая атака от Микеланджело, соответственно. Брэдфорд упал, я надеюсь, что Майки сейчас бомбочкой все-таки доложит всех, да. Прекрасно у него все получается, ребята, а мы двигаемся с вами дальше. И переходим в самураи. 92-я позиция, плохо. Так, 13-16. Оу, блин, подожди. Ёк макарёк. Есть. 14-17, прекрасно. Они еще до сих пор все на 39-м ранге. А что они там забыли-то? Скажите-ка мне, друзья, на милость, что они забыли на 39-м ранге? Не соло нахлебавшись, как говорится, получают от меня звездюлей по полной программе. Юх. Мне кажется, если Алапекс прокачать вот этот вот удар тоже по максималке, она будет довольно, ребят, неплохо бомбить вот этой масухой своей. Да, в принципе, тут любой удар прокачай, да, из массовых, на 7-ю ступень, он будет так втапливать, что мама не горюй, порежь колбаски. Так, 26-я позиция. Так, 14-17, дадите ли мне... А что я хочу? Вряд ли они мне дадут что-то такое суперское. Поэтому давай-ка мы, наверное, согласимся на их условия и поехали. И поехали наши гнать вороных. На тебе. Бомбанем. Да иди ты в пень, блин, Криса Брэдфорда не уронить. Да что ты, что ты? Где финики-то? Эсь? Финики-то где? Ай, друзья. Вот они где, финики, блин. Фингалы под глазами у наших противников. Ну давай, самурай, две звезды. 65-я позиция. 14-18, шикарно. 45-й уровень у нашего противника. Там еще и карайка, да? У караки-то инициативка будет побыстрее, наверное, да, чем у наших. Блин, тут надо, знаешь, что делать? Муху ронять. Муху ронять как можно быстрее. А как ты, блин, ее уронишь? Давай тогда сделаем так, чтобы наверняка. Завалит, интересно, или нет? Мухам нынче не время, да? Муху мы с тобой быстро прихлопнули. Так, давай удар по земле сделаем. Шикардосик, просто шикарно. Да, мутагеноид меня тоже давно, ребята, интересовал в плане вот этой вот своей массовой атаки. Ну, нравится мне вот этот вот удар его кислотными руками по земле. А 14-18 мне, наверное,
О, есть такое дело. Слушайте, знаете, что я заметил? Что продвижение не очень у нас мощное было. Мы только лишь добрались с тобой до определенной лиги, а ранг уже 70 пошел. То есть это уже пошли элитные сливки у нас. Так, минус Раф. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Тих. Бамс. Бумс. Бадабумс. Всех отпинали. Всех отпинали и отправили к праотцам. И это только лишь самурая 3 звезды. Ядрен Матрёна, ну что ты будешь делать? Ну что ты, вот что ты, что ты, что ты, что ты, что ты? Что ты будешь делать? Ладно, возьмем Маузер, так уж и быть. Раз, два, три. А нафиг нам Маузер-то здесь? Ты, Рейд, тоже молодцом. Да иди ты, Крэнк Лизи там. Нам здесь не нужны никакие Маузеры. 49 ранг, друзья мои. 49 ранг против 70-ников. Ну что, что он сделает? Да ничегошеньки. Будет отгребать сладких люлей, да и все. О чем и речь. Меня больше не бесит то, что мы с тобой... Да иди ты в пень. Да что ты будешь делать? Не хотят Это нужно два поединка, ребята, отыгрывать, чтобы... Чтобы попасть в следующую лигу. Ну это что, нормально что ли? Нет, конечно. Нет, конечно, друзья мои, это ненормально. Это ненормально. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять. Эйприл Кулаичи 71 уровня. Не забывай, что мы ей прокачали до 6. До 6 уровня ионный суперудар. Давай проверим, как он жарит. Великолепно жарит, но, правда, противник здесь был слабоватый. Какой там полтинник всего лишь имел. Но это показной урок того, что можно всыпать от души. Так, 15-20. Но, опять же, друзья мои, я вам говорю, вот сейчас мы с вами доберемся до определенного уровня, да? А завтра, например, сядем с тобой играть. А мы уже опять с тобой в Лиге Самураев. Понимаешь? То есть нас постоянно будут скидывать. Как бы ты тут идеально, ребята, не делал, тебе все равно понизят. Даже когда мы с тобой с одной заходки заходили в Лигу Мастеров. Даже не... Да, в Лигу Мастеров одна звезда. Нас и то умудрялись сбросить до Лиги Самураев. Так что, как бы ты тут сейчас не упомянул. Единственное, да, ребята, я хотел как бы... Ну, рекорд уже вряд ли мы этот когда-нибудь побьем наш. Это происходит раз, я не знаю, не то что даже в пятилетку, а раз. Это надо, чтобы звезды встали, блин, в нужный ряд. И тогда ты сможешь с одной заходки, без применения откатов, попасть в Лигу Мастеров. Сразу же. И еще я заметил, что это у нас получалось, когда мы были слабенькими. Теперь, когда мы уже такие довольно сильные, да, у нас это не получается. Возможно, это так специально задумано. Возможно. Но это только лишь догадки наши. Так, ну что у нас там, 15-21 не будет сегодня? 16-21? Нет, вообще никак. Даже краюшечки хлеба не дадите, не? Ну как же так-то, ребят, ну... Ну как же так-то? Эх, вы бомжи пузатые. Не хотят давать. Эй, пошли тогда, знаешь, куда они. Будем так разносить. Так, получается, у нас сейчас два поединка, да? Два поединка, и... Перейдем ли мы с собой в самурай в сёгуна 3 звезды или нет? Мы же сейчас в сёгунах... две звездочки или одна звезда? Что-то я потерялся. Подожди секунду. А, две звезды. Слушай, до сёгунов 3 звездочки мы поднимемся. Ну слушай, ну это лучше, чем когда мы с тобой вот в прошлую серию снимали. Там я вообще только в одну звезду залез. С горем, блин, пополам. А тут, смотри-ка, еще идем бодренько. Так, майки. Ну-ка, давай костяшки бросай.
прекрасный удар был, прекрасный. Минус Майки, минус Донни и минус Рокстеди. Шик и блеск, а по-другому не скажешь. Ну вот как-то так, ребятушки. Да, все, блин, даже здесь меня, ребята, кинули, а? Даже здесь кинули. Ладно, у нас бравая тройка здесь бойцов. Сейчас лупанем, сейчас так лупанем по ним. Маузеров будет достаточно. Тыч. Все. Все. Плюс 3 кубка сверху, да? Ну, в любом случае, мы переходим с тобой в Лигу Сёгунов. 86-я позиция даже. О как. Ну что, ребята, давайте тогда доделаем наше задание. А нам нужно сразиться, сразиться и еще раз сразиться. Где у нас... Кунаичи, Кунаичи. Так, 9 номеров автомобильных. Один есть. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой и последний, друзья. Девятый. Вот так вот. Опа. Блин, а что я хочу? Я же вот это хотел вроде. Кстати, тут 10 этих. Один. У меня спицы проблемы. Два. Три. 4, 5, 6. Все. Только лишь на 6-то и хватило. И поднять уровень персонажа. А у нас у Кунаичи получится поднять уровень? Так, где ты там? Куна, Куна. Кунаичи. Потерял ее. Вот она. Есть. Так, 72 уровень, друзья мои. Забираем здесь награды. И все. Все, ребятушки. На сегодня мы отыграли, как могли. Старались. Пытались. Ну, результат ты сам видел. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.